Так. Здрасте, здрасте. Ой. Так. Надо. Захват игры будет второй сделать. Так. Все, всем приветик, кто смотрит записи. Сегодня у нас с вами, чтобы вы могли подумать, да, Streets of Rage 2. Что вполне, по-моему, логично. Вполне, по-моему, логично. Учитывая, что в прошлый раз мы с вами проходили первый. И, надо сказать, успешно проходили. Надо сказать, успешно. Так, открыть. Так, а у меня нормально вообще. Продолжать, что стрим запущен. И Twitch. Twitch-то нормально вообще, нет? И что с тобой творится-то? Так. Все. Так, я ретро поставил. Так, ретро стоит, да, все. Все, поехали. Давайте с вами поставим нам побольше жизней. К сожалению, нельзя перенастроить управление, ну да ладно. Естественно, наша сладенькая Blaze, за которой в идеале пройти все Streets of Rage. Причем желательно даже попробовать найти хак. Попробую найти, чтобы в третьем Streets of Rage она тоже была в красненькой курточке. Блин, балдежная игра. Хорошо идет. Очень. Блин, эмулятор, конечно, мои мечты просто. Прогиба, ничего себе. Дивах раздает. Так, как у вас? А, громкость у меня громко. У вас все должно быть нормально. Да, у меня. Громковато. Надо научиться будет максимально эффективно распределять. Тут надо еще помнить, что есть спецудар, который бьет в два направления. Так, нож нам, короче, не сильно нужен. Йоу, и умирать ты будешь, ну? Ну, хотя, в принципе, можно. От ножа. Ой, хорошо, спасибо, как. Ух, дубинка, ни хрена она раздает. Няна. О-о-о, дубиночка, и она прям орудует. Ой, почти. Опа. Жизнь. Дубиночка-то здесь она получше орудует, чем в первой. Побыстрее бьет. Слушайте, в ремейке она выглядит, по-моему, даже похуже. Что-то как-то я вот ремейк скачал, я вот сейчас на Сеге играю без всяких фильтров. И она выглядит заебись. Слушайте, а в первом посложнее с дубинкой было. Здесь дубинку прям ускорили.
Чел. 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 Блин, я не так сделал. Мяна. Ох, идеально прошел. Слушайте, а этот этап-то попроще? В смысле, эта игра попроще, чем первая? Пока, во всяком случае. Мы можем даже вот так их немножко побить. Ибо тут помидорки лежат. Второй пока попроще. Ой. А можно, можно нормально. Ага, я помню с первой части. Да, что там, если в панике нажать. Блин, вторая попроще, чем первая, прям значительно. Да, Sega не очень умела в прозрачность. К сожалению. Ну, я еще с первой помню части, что этих надо вот так вот обходить. Здесь. Ну, Том, баб надо просто в захват брать. Сразу. А тут нельзя так, что ли, как первый? А, можно. Чел. Оп. Блин, не так. Чел. Оп, обломался. Сука, такое, а? Бля, не взял курицу, не взял. Сначала надо было... Я думал, что я его этим ударом добью. Фак. Ну ладно, меня отхилят, я надеюсь. Седьмая жизнь, нихера, и жизнь на фарму. Слушай, игра проще, чем первая. Они прям ее сильно облегчили. Или я просто настолько выдрочил первую. О, меня отхилили аж. Блин, сохранимся тогда, и понял. Ничего себе вообще, ничего себе прям. А, ну раз мы сохранились, можно поставить. Так, давайте я посмотрю, как там все работает. А, у нас тут враги будут, серьезно? Так. Уже какая-то странная немножко. Да, все работает. Умер.
Чел. Чел. Ой-ой-ой, хорошо, я вас сбил. А что, у меня обратно не пай? Ну да, в прыжке не очень сильно дамажит. Штука такая. Тело. Но они обратно вроде не едут. Ух ты, сука такая. Блин, надо готовиться, потому что они ездят постоянно тут. Разъездились, блядь. Да что ж такое? Да что ж такое? Блин, ну не так, чтобы сильно удобно. Ну ладно. Да что ж, блять, вы делаете-то, а? Паразиты. Ну, я не умею, короче, их сбивать. Я для себя понял прям четко. Что я их сбивать не умею. Да ёбаный стыд, вы разъездились-то, а? На своих же гранатах, ха-ха-ха, лохи. Блин. Чё там стоит? А, понятно. Чел. Ну пока не сложно. Нажал, должен был быть неуязвим в этот момент. Твою мать. Сука, обходит. Чел. Идеально, успел яблок съесть. Блин, хорошо, идем. Ни одной жизни еще не потратил, охренеть. Это я навострился. Челы. Блять, что-то я хуйню какую-то сморозил вместо того, чтобы БЦ нормально нажать. Вот БЦ нажиманием, конечно, тяжеловато у меня. Очень неудобно это на дуалшоке делать. Носить это было попроще. А переназначать управление для этой игры не очень хочется. И, кстати, этапы значительно дольше, чем в первой. Прям этапы из нескольких секций состоят. Да их можно просто комбы, наверное, убивать, что я заморачиваюсь. Их жизни нет. Блин, какая балдежная игра, блин, как же круто. Так. Давайте их спецударами херачим. Ой. Чел. Чел.
какой-то незамысловатый парень. Чел. Ой. Ну тут тайминг, короче, просто тайминг. И ничего больше. В принципе, достаточно четенько. С фул хп. Охренеть. Охренеть. Фул хп дошел еще и даже жизни не потратил. Третий этап. Сохраняемся. Так, что там у нас? Блин, а сколько дубинка во второй пизже? Насколько просто пизже? Не знаю, дает ли фуклик просто так очки, я не посмотрел. Блин, я не ожидал, что настолько хорошо буду играть в эту игру. Ни одной жизни еще не просрать. Дальше там, наверное, Вьетнам будет. А, нельзя Нифига себе, они сделали объекты, которые нельзя перепрыгнуть. Вот это да. Так, 620. Нет, ничего, просто так. Единый пауэрап не дает. Не, ну офигеть, я хорош. Блять, с ножом. Надо как-то вот учиться с ножом припасть. Блин, а даже это бессмертным не делает? Ух. Ладно, их было много. Ух ты, ебать. Это что такое? Ну давай, чел. Понятно, к нему надо подходить из каска, реально. Из каска, нахуй. Это пипец, он раздает. К нему вообще нельзя подходить в лоб. Еще жизнь. Богерс. Девять жизней. Охренеть. О-оу.
Вот это мне не очень нравится. Заебись я играю, просто охереть я крут. Вау, чё со мной вообще, я даже не представляю, как я прям охеренно играю. Так. Так, всем привет, кто входит, вот это записи, кто подходит, не снять, пишите в чатик. Так. Блин, я вообще не просто пипец. Первая была прям реально сложней. То есть первая была прям сложней. Я так и думал. Блядь. Им нельзя повторить вот так просто. Блин, надо вот, вот здесь сложно будет сейчас. Блядь, не успеваю. Блядь, не успеваю перепрыгнуть. Блин, первая жизнь минус. Сука! Минус жизнь, да. Тварь говна ебаная. Блин, не могу бросить нож. Не знаю, как это делать. Жалко, первая жизнь минус. Не самые сложные, причем враги. Просто их было двое. Просто их было двое. Минус первая жизнь. Ну да, здесь была хилка. Чуть не дошел. Но с другой стороны, меня бы яйцо все равно убило. Я не знал, что оно так сильно замажет будет. Сука. Нихера вообще не было. То есть надо разбивать и отходить. Нихуя ты придумал. Он перехватывать может. Вот это да. Вот это да. Ну я не ожидал. Это нехорош. Интересно, мог его задамажить? И что? Чё это, блядь, такое? Это, блядь, что?
Простите, а вы кто такое? Что это, блядь? Бля, чел. То ли реакция нужна какая-то, то ли чё. Хер помню, что это было. Оооо, блядь. Так, иди сюда, блин, там сейчас еще соспаунится. Чел. О, Варк, здорово. Мой последний зритель. Есть. Подписывайся на... Бля. О, он быстрый. Подписывайся на Васт, короче. Мы там теперь будем стримить Геншин и Warframe. Если тебе нравится Геншин Warframe под музыку, я теперь, короче, решил, что буду стримить это на Васт. Чел! Чел! Так что подписывайся на вас, я еще потом ссылку дам. Может, не помню даже, как она сама выглядит. Надо вообще ссылочку на вас приберечь куда-нибудь, сделать ее, чтобы это самое. Будет слезать на команд вас. Надо, кстати, что-то подобное сделать. Я не знаю как. В мубота регистрироваться или типа того. Так, где у нас мубот? Потому что что-то мне подсказывает, что... Будем мы, короче, какое-то время там стримить. Иногда. Я вам ссылку сейчас дам. Ну, в ВК, Дискорд вообще вступай. Я там буду делать ссылки, когда стрим начинается. Я всегда делаю ссылку. Будет там ссылка на вас просто. Хер знает, где тут вообще это работает, ебать колотить. Мубот изменился до вообще неузнаваемости. Господи Иисус, как это вообще работает? Кого? Получилось, интересно. Не, я не по-тихому, я именно то, что будет под этот самый. Во, заебись. А именно то, что под музыку. Ну, блин, ну там просто реально канаебля, пиздец. То есть, ну там реально где-нибудь какая-нибудь хуйня всплыла, и ты забыл удалить вот, и все, и тебе страйк прилетает, и как бы, а учитывая, что у меня все равно народу-то нет, блядь, что я сижу за этот онлайн держусь. Ну, точнее, мне нет смысла держаться за онлайн, там, за что-то. У меня нету людей. А те, кому есть, я думаю, вообще похуй будет. То есть, ну, как бы для тебя, кому он реально будет разница, что ли. Ну, если тебе нравятся, опять же, Геншин и Warframe, у меня там человека 3, наверное, на канале, которые вообще их, в принципе, смотрят. И этим 3 человекам я больше чем уверен, что будет похуй вообще. А мне канаебли значительно меньше. Мне вот не надо удалять вот это все.
Мне не получается БЦ делать. Делал бы кто-нибудь хаки на то, чтобы вот эта атака была на отдельную кнопку. Слава богу, есть. Ремейки, вот мы еще после того, как пройдем оригинальные части, пройдем четвертую часть, мы поиграем еще в ремейки. Есть ремейк, который вообще Sega категорически запрещала, но разрабы все равно вне закона ее продолжали делать, потому что уж очень хотелось ремейк, чтобы был. Вот. Поэтому ее все еще можно найти в нете. Очень хотели люди сделать. Респект за это. Хотя выглядит он не так, чтобы очень круто, но надо потом посмотреть. Там пиксели еще крупнее, чем здесь. То ли этот эмулятор имеет встроенное какое-то сглаживание пикселей, то ли хз. Потому что картинка вообще охуительная. Вот. Как бы никто ремейт нахуй не увез такую картинку. По-моему, картинку просто заебись. Ну, у вас там 750, ой, 120, у вас не так круто, но все равно. Нож брать не будем. Вкусно. Вот опять не получилось, вот. ПЦ не получается, блять. О, наконец-то получилось, ебать. БЦ вообще хоть убей, не помню. Ну, блять, очень неудобно на PlayStation геймпаде нажимать БЦ, когда у тебя С в роли нолика. Это пиздец, прям неудобно. Еще в первой части можно было сменить расклад. В этой почему-то, да. Непонятно, чтобы удар был на другую кнопку и прыжок на другую кнопку. Что-то первая была такая функция, во втором не сделали. Как у тебя в Арк дела, кстати, вообще? Ты в этот еще играешь в Cyberpunk? Единственный реально последний зритель, блять, на канале в Арк. Я помню, как ты давным-давно пришел на Нио. Кстати, второй Нио, скорее всего, будет. Мы его попробуем. Вот, не факт, что я буду его проходить. Но попробовать, попробовать. Бля, и компот. Что дело? В чем туда хуже? Блять, что делается, а? Чел, ты заеб... Еще этот уебок снует, блядь. Наконец. Наконец-то я их разложил. Немножко похаваем. Ну я все равно неебенно хорошо прохожу. Единственное, я, по-моему, не сохранился. Хотя это, по-моему, новый этап уже, да? Бля, я, кстати, не сохранился. Это же новый этап, а я не сохранил. Хотя я лоханулся. Не, у меня есть плойка, но упаси господь, как бы 20 FPS играть. Не-не-не-не-не. Xbox, Xbox Series X. Next Gen игры надо играть на Next Gen консоли. Поэтому для меня не. Ух, нихуя себе. Для меня как бы все решено. Тем более, туда еще сейчас будут давать Код Вейн. То как бы вообще заебись. В декабре Код Вейн приедет в Game Pass. И можно будет поиграть в 60 FPS стабильно. А, Нио! Нио второй, я поиграл, меня конкретно заебало, я его быстренько продал, потому что я на диске его покупал. Я его конкретно, он меня, он, блядь, то же самое, что первый. А денег своих он не стоит, короче.
Поэтому я его быстренько продал, и вот сейчас на компе можно будет еще поиграть в него. Вот. Потому что денег своих эта игра не стоит абсолютно. То есть это чисто первый Нио. Но так как, в принципе, эфир чем-нибудь забить. Ну, может быть, не сразу на выходе, может быть, чуть попозже мы в него поиграем, но поиграем. Единственное, если мы в него не будем играть на ПК, это если его быстренько анонсируют на Xbox. Если они решат, о чем мы теряем потенциальную прибыль. Вот, и давайте, типа, еще и на ПК его сразу сделаем. Тогда можно на Xbox сразу поиграть, будет не парить. Ты можешь сделать BC, ёб твою мать! Пиздец. Пиздец. Ух, тяжеловато. Нельзя, чтобы окружали. Бля, вот нельзя, чтобы окружали. Еще раз. Опять они молодцы. Я не могу сделать супер удар. Они могут... А, все понятно, заебись. Они могут предотвращать мой супер удар. Вот этот. Лоу. Я не ожидал такого. Да, супер удар могут предотвращать. Но в четвертом поумнее люди, конечно, делали. Четвертый супер удар вообще гораздо круче сделан. Ты его можешь отрегенить себе жизни. Угу, отлично. Ты с первой части, чел. Он еще и так это делал. Постоим. Эти ребята слишком жесткие. Тайминг нужен, конечно, очень просто. Блин, тут еще жестче тайминг. Тут прям вообще жестенько так прям. Не дали жизни. Ну я считаю, все равно охуенно идем. Пятый этап, у меня 6 жизней и все конты. Охренительно просто. Ну, за мешочки с деньгами вообще могли бы побольше давать очков. Так что да, радуйтесь, фанаты Нио. Будет, наверное, у нас видео на канале. Чел, вот как ты неудачно. Надо как-то момент подгадывать. Ну или в полете его просто сшибать. Нахер. Успел. Блин, какая балдежная игра. Теговская библиотека звуков.
эти звуки, они на самом деле были в очень большом количестве игр. Потому что общая библиотека для всех внутренних студий. В Band to Addis огромное количество звуков есть из этой игры. То есть они как бы работали тогда вязки. То есть одна компания делает набор сэмплов, и другие могут их использовать. Круто. То есть игра подразумевала, что тут будет сложно. Я ничего сложного тут не увидел. Ладно, съедаем. О-о-о-о. А, ну мы можем сначала гопоту откинуть, нормально. Больше не придем гопота? Блин, парень какой-то жесткий, прям вообще впечатление такого жесткого чувака производит. Ну что, тебя захватывать или как? Блять, у нее еще блок есть? Чел! Я до сих пор не знаю, что надо нажать, чтобы тебя не отхерачило. Поэтому нажимаю. Вверх БЦ опять. Потому что я не знаю, то ли С, вверх С надо нажать, то ли вверх Б надо нажать, блядь. Но хуй знает. Проще все вместе. Ну я считаю, мы достаточно хорошо. Можно вот этим еще ударом выбить. Он не особо расторопный. Не-не. Жизнь какая-нибудь дадут, не? О, катана, ничего себе. А вот и жизнь. Кок Покер Свич. Бля, вот летающий вообще не в тему. Летающего можно сабли сбивать, пацаны. Это очень важно. Сука! Так. Чел! Бля, если в сундуке хавчик. Ну там хавчик, но не тот, он мне не спас. Во второе оружие прям гораздо, гораздо пизже, чем в первой работает. Гораздо быстрее. И врагов таких жирно-быстрых нет. Интересно, а можно, как в некоторых этих самых играх, откидывать им же обратно их гранаты? Ёб твою мать. Ебать, у них дэмэдж! Спасибо за саблю, ёбок. О, скажись. Где жизнь просрал? Жалко. У них еще, смотрите, ограничитель, что они могут тебя окружить. Ну чё, прыгай, чел. Мы тебя будем сабельку сейчас сбивать. Давай, чё. Ой-ой-ой, саблю выронил.
Не понял. Во. Сосату бы. Что-то я вот это не совсем понял модель его прыжка. Значит, надо первый, короче, отходить просто и бить. Он, короче, первым дебил не долетает. Так, чел. Ага, я так и думал. Не суетимся, не суетимся. Нельзя выранивать меч. Спокойно. Ро, идеально иду вообще. Тем чувакам главное не подходить близко. Меч выроним. Чел. Посадку. Твою мать, уебок, блять, а? Сука, тварь говна ебаная. Ебанись к нему подходить опасно. Держимся на расстоянии пока. Ему лучше не проходить. Есть! Жизнь сэкономили. На последнем хпшечке. Ох, прям заебись. Блин, ну я иду прям охереть вообще как. Просто охереть как иду хорошо. 6-5 жизней. Тут этап. И мы делаем с вами что? Правильно, мы делаем с вами перерыв. Сейчас мы, чтобы музыку вам оставил. Точку убьем. Ебать! Послушайте вот эту, а я отойду на перерыв. Так, подождите, а что тут? А, это я потому что без рук. Нет, тут не пузят. Жопы такие.
Я так и не понял, как. Как я не понимаю, как сделать, чтобы не падать в момент броска от нажатия или чего. Бля, вот как? Я очень много про это сама. Подамажился. Три этих самых. Ох. Зашибись. Вот это да. Охуеть. Черт, у него дальше ноги. Блин, придется переигрывать по ходу этап. Я полторы жизни всрал. Мне сейчас курицы не будет. Придется переигрывать. Курица. Наконец-то получилось. Ебать народу. Ебанись. Не-не. Чего-нибудь-то. Блин, ну я прям до сих пор прям радуюсь этому эмулятору. Какой же охеренный эмуль. Как я рад, что его нашел. Блин, вот искал эмулятор для Sega Saturn, блять. А нашел такой охеренный эмулятор на все случаи жизни. Просто охереть. Я вот о таком мечтал, чтобы все в одном было. Это просто охереть, как круто. Реально, все в одном. И не как ретро-арх вот этот, который настраивает, затрахаешься, а именно полноценно все в одном, но именно в одном, а не просто сборка всего и вся, в которой канаебится пиздец. То есть там каждый эмулятор пока, слушай, охереешь, пока еще выберешь, какой из них лучший. Не, ретро-арх вот полное говнище, конечно. То есть вот этот, конечно, гораздо лучше. Ну че, чел? Да, надо учиться. То есть надо, значит, короче, подходить. Бля, надо учить. Он прыгает. Нет, нихуя не понимаю. Нихера не понимаю. Сел. Полетел домой.
Твою мать, бля, курица нужна. Ел. Эй, курицу, пожалуйста. Проголодался. Ух, ебать, мне сейчас курицу дадут, блядь, чисто. Ага, ага, курицу мне сейчас дадут, блядь, да. О, вот здесь может быть. Ну хоть что-то. Ебанись. Вот что делается, а? Бля, что творится? У меня аж, блядь, лохает. Ну ладно, мы сбросили его. Блядь. Ух, жесть. Жесть, сложные этапы пошли. То есть они, короче, начало сделали проще, чем первый Streets of Rage, значительно прям проще. А потом начинается ебучий Вьетнам. Ну, этот этап придется переигрывать, я уже прям четко чувствую, что его придется переигрывать. Я вот слишком плохо сыграл. Так, ну я даже не знаю, как мы будем этих двух убивать. Но сначала явно вот этого бегающего. Блядь. Да, но здесь переигрывать придется. Ебать. Не, ну сначала все равно вот этого, очевидно, что вот этого. Летающего не получится. Физически не получится. Опа. Интересно. Как ты меня ловишь? Так, ну одного убили. А, подождите, я этого в того кинул. Бля, ну я очень много проебал жизней. У нас, в принципе, время до хера. Давайте, короче, переиграем. Возможно, я пройду еще хуже. Но я хочу переиграть. Ну, игра прям значительно жестче становится. Возможно, я даже хуже пройду. И тот вариант мне покажется раем. Я такой, блядь, зачем я переигрывал? Ну, типа, ладно. Кстати, вот уехать, конечно, прям совсем приятно. Чел! Он даже не умер. Даже самый слабый враг не умер от этой хуйни. Бля, много жизни опять потерял. Будем переигрывать до потерь курса. Ух ты, ёб твою мать. Им еще хер подойдешь, в чем проблема. Им нереально сложно подойти. Блять. Не, ну это пиздец. Я не знаю, это пиздец. Я не знаю, как убивать.
Блин, вот этот сволочь, вот. Вот его надо убивать аккуратно. От него очень много проблем. Шум нахер. Ну она бьет слабенько совсем. Не, нахер, короче. Этот ножик, блять, серьезно, вообще ни о чем. Так, ну вот сейчас хорошо, идем вот этих троих только принять как-то, бля, хуй знает как. Так, ну одного неплохо приняли. Так, подловили, наказали, одного убили, блять, и погребли. Неплохо, неплохо, неплохо. Чел. Ух, заебись. Вот это я понимаю, отработали. Вот это я по... Интересно, чего вообще народ нет никого? Неужели реально все в Сайберпанке вообще? Типа... Кстати, я даже в Дискорде напишу, типа, что происходит вообще? А то что-то вообще даже поздороваться не заходят люди уже. Прям даже странно как. Типа... Видим, не начнем с Cyberpunk'ов. Не, ну почему? У многих моих хорошие компы. У кого-то из моих консолей есть. На крайний случай есть облачные технологии всякие вот эти вот. Можно в облаке поиграть. Поэтому я не согласен. Не согласен. Ну просто не знаю, куда все делись, вообще нет никого. Заметь, уже который стрим, вообще никого нет. То есть ладно, хуй с ними. Не понравился им Deus Ex. Ну типа, окей, хорошо. Но ретро же есть. Я для кого ретро-то сейчас стримлю вообще? Нахуя я его сейчас вообще стримлю? Типа культовая игра, вот я как мудак сейчас сижу. Хорошо, вот ты пришел, хотя бы один зритель, ну уже приятно. А как бы, я не знаю, иначе... Все, пока до Нового года стримы выключать. Вообще не стримить больше до Нового года, потому что Cyberpunk же, бля. Поэтому даже здороваться не буду заходить, типа нахуй надо. Причем все говнялись сначала на нее, договняли, а теперь ушли в Cyberpunk. Ну охуенно. Ну давай, чел. Прыгай. Ну да, план работал. Тайминг и позиционирование.
Я бы не стал его сейчас убивать по сейфовому, но дальше будет просто Вьетнам, поэтому я решил. Максимально по сейфовому. Сейчас будет реально дебучий Вьетнам дальше. Ты кинешь этот сраный нож, нет? Блин. Ебать их тут, просто ебанись! Пиздец, сколько вас! Да пиздец! Да пиздец! Просто пиздец! Да куда нахуй вас столько-то, блядь? Пиздец! Я в шоке с этой игры, блядь, реально. Просто в шоке, блядь. Нахуя их в таком-то количестве-то, блядь? Пиздец! Это, блядь, 6 человек, 2 полубосса. Вы серьезно? Охренеть. Ладно. Ну, у нас остается нормально. Курица остается на месте. Летающий не нужен. Летающий не считается врагом. Чел! Слышь! Уёбок! Ты охерел так делать? Пиздец! Это ж вообще нереально, блять, пройти. Да пиздец, чувак! Чел! Да... Чел! Вы, бля, рофлите? Это как нахуй убивать? Да... Да... Игра! Игра в смысле? Игра! Да... Блядь, да как? Я богом клянусь, я не понимаю, как это проходить. Да пиздец. Да, да в смысле игра? Игра, в смысле? Я не понимаю тебя, игра! Что ты хочешь от меня? Что ты делаешь? Блять, что это нахуй было? Это как, блять, вообще проходить? Пиздец! Ну, загружаемся по новой, чё, я еще раз, я хуже прошел, чем я думал, действительно, охуеть. Нихера себе! Вот это да! Вот это уёбок, конечно, узкоглазый мразота делал, блядь! Сука, это просто нереально вообще задамажить! Новый год отменили? Не, ну как, он наступит, просто его празднование отменили. Новый год-то отменить никто не может. А празднование как бы, ну блин, правильно, а какой нахер может быть празднование? Чё, какой год такой и празднование? Чё тут праздновать-то? Новый год ничего нового не сулит хорошего.
Чё ты делаешь, уёбок? Да, этого козла надо, короче, станлочить. Он слишком жесткий. Бля, очень сложный этап. Очень сложный этап. Очень сложный этап. Ух, да, ну я пройду нормально, я должен, ну хотя бы 3 жизни сохранить. Да ехать. Охуенно. Блять, игры делаем. Ну игры делаем. Ну ебаный в рот, ну игры делаем, ну блять. Охуеть. Бля, вот мне просто интересно, а двух нельзя было сделать? Нет, надо обязательно 3. Пиздец, я их обоих стригерил. Ебать, тут надо на пляже аккуратно, короче, ходить, иначе все пиздец. Ебать, тут на пляже действительно жестко, ёбаный. Слушайте, пляж надо очень, очень аккуратно скроллить. Тут нету ограничений. Ты охерел? Пляж надо, короче, скроллить реально охуенно аккуратно. Тут вообще никаких ограничений нет. То есть их может быть хоть до 8 человек. Это типа как бы не очень круто. Блядь, чел, пожалуйста, богом тебя заклинаю, не надо так делать. Чел, пожалуйста, блядь. Вы как этих двух уёбков убивать, бля, вообще не под трёх. Может как-то ультра аккуратно можно отскроллить, чтобы вышел только один или два хотя бы. Ну трое это пиздец, прям жестко. Трое это прям совсем перебор. Я вообще не знаю, как это проходить. Но это еще ладно, эти трое это еще фигня. Вот те двое уёбков в конце, вот это проблема. Всем привет, кстати, кто смотрит. Не снять, пишите в чате, если наши есть, обязательно пишите, а то что-то все наши ушли. Вон Варк уже третий стрим или четвертый стрим в одиночестве смотрит. Так, по пикселю, короче, по пикселю. Пытаемся стригерить как можно меньше. Хотя вряд ли проканает, но мало ли. Ёб твою мать, ничтожество, блядь. Пиздец, насквозь меня просто прошли. Блядь, сзади. Фух. Фу, раскидал, нормально. Чел! Бля. Ну ладно, там вроде сейчас будет курица сразу. Охренеть, как он меня сейчас чуть не подставил. Ёбаный в рот. Да. Мы скроллим экран. Тут их тоже дохилища.
Блин, отскролил. Говорю, не скроллим экран. Не отскролил, блядь. Он меня в них кинул, я урон не получил, а они получили, лол. Все забаговали, отлично. Блин, ну финал этапа здесь, конечно, пиздец. Охренеть. Просто охренеть. Финал этапа здесь. Блин, хуя не синхронизировались. Блин, такая была легкая игра в начале. Такой ебаный хардкор начинает. Ну это, в принципе, даже, наверное, правильно, иначе была бы неинтересная игра, если она была слишком легкая. Че, может так не будет делать никогда вообще? Ты очень много снимаешь такое. Очень много. Неудачно, думал, рассчитал правильно. Это правильно. Ну что, будет? Да, правильно помню, что их трое было. Ну тут придется прям максимально аккуратно играть. Потому что финальные два чувака это просто ебанул. Отскролил, блядь, молодец. Ооо, блядь. Вот я молодец. Такой отскролил, блядь. Отскролил. Чел, по хаям погуляй. Ух. Бля, я не знаю, как я буду проходить. Так, значит, во-первых, проходим не спеша. Потому что надо сбрить. Неудачно, блин. Вот этих нужно обязательно сбрить. Ну попробуем. Ну вот так вот. Блять, нет. Блять! Бля, не могу. Слишком много. Пиздец, она не может взять что-то одно и начать бить. Все, пиздец, я не могу в это играть больше. Их слишком много. Их слишком много. Дебилы разработчики. Брали уже просто количеством. Пиздос. Их просто слишком много. Слишком много. Бля, это пиздец. Это непроходимо вообще. Этот этап я не знаю, как его пройти. Это просто нереально вообще пройти. Ну попробуем сейчас, короче. Чел, ну иди сюда, пока второй. Бля, второй прилетает. Ладно, выпиваем сразу. Мы будем, короче, прыгать. Yes. Yes. Вообще, надо сначала летающего убивать, у него значительно меньше хп. Сначала летающего. Бля, уёбок, блядь. Блядь! Чувак! Бля, он когда высоту набирает, все, он неуязвим. Бля. Ебало разбил бы ублюдку, который вот это сделал. Конченая просто гнида, блядь, ебаная. Сука, ублюдок, узкоглазый.
Бля, это просто пиздец. Это непроходимо, нахуй. Просто, блядь, непроходимо. Это, блядь, непроходимо. Серьезно. Богом, Господом клянусь, бля, это пиздец. Они набирают... Он набирает высоту, и ты по нему не попадешь. Я не знаю, как его убивать. Я не знаю, как его ударять, чуваки. Честно. Я не знаю, как это проходить. Я не понимаю. Я Господом Богом клянусь, я не понимаю. Я не понимаю, как это проходить, честно. Не понимаю. Я не понимаю. Я не смогу этот этап пройти никогда. Я не понимаю, как это проходить. Ну, нормально имеется в виду пройти без потерь такого количества хп. Это нереально просто. Это нереально. Это невозможно. Это просто... Это не то, чтобы типа сложно там, бля. Это невозможно. Это... Он перехватывает меня. То есть я захватил его, но он перехватил меня. Он перехватывает, он передамаживает. Все. То есть это... Он мой удар отменяет. Это надо либо гуглить, как его убивать, какой... Но я не понимаю, я Господом Богом клянусь. Я не знаю, кем нахуй надо было быть, чтобы вот это сделать. Его невозможно, блядь, ударить. Только в прыжке. Собственно, в прыжке-то добить и будем. Ну ладно, я лучше не пройду, я лучше не пройду. Это пиздец. Это непроходимо, бля. Это просто непроходимо. Это пиздос. Я не представляю. Ну, вторую жизнь тем более дали нормально. Я не понимаю, это у человека, блядь, была просто моча в голове, сука, уёбок конченый, блядь, мразотник это делал. Это просто пиздец. У него реально моча в голове была. Просто ебанутый ублюдок, узкоглазый подонок, блядь, на всю башку отбитый, мудак. Сука, просто ебанат, блядь. Это ж надо нахуй так сделать, хуёво, пиздец. Совершенно ебанутый ублюдок, реально. Прыгай. Бля, вот самое обидное, что если ты делаешь силовой удар случайно, то в следующем будет тоже силовой удар. И неважно, какую ты выжил паузу. То есть начав силовой удар, ты уже все. Здесь, конечно, идиот, кто делал игру, конченый еблан, ретард, который сделал супер удар. Ну, вот этот вот супер удар, но ты не можешь его применить. То есть тебя когда бьют, ты не можешь его нажимать. Если ты его нажал и тебя ударили, твой удар отменяется. То есть у тебя нет айфреймов во время этого удара. Как бы смысл этого удара я лично не понимаю. То есть да, тебя окружили, как бы тебя как бы начинают бить, и все, ты ничего не понимаешь. То есть к четвертому они сделали грамотно. То как бы типа... Ты становишься бессмертным. Здесь я не знаю логику. Причем эти чуваки здесь совсем не сложные. В первой они были посложнее, в первой там прям вообще таймер позиционирования нужно было. Здесь они решили отказаться почему-то от огня, и они больше огнем не харкают. Жизни совсем мало, конечно, приходится максимально аккуратно играть. А их нельзя же убить, да, они же это. Ну хорошо прошел, даже хилка не понадобилось.
Бля, вот это, конечно, приятно. Так. Да, жестко. Жестко, блин, жестко. Очень жесткая игра. Так, давайте сделаем перерыв. Сейчас я приду. Фух, ну что-то я теперь даже не уверен, что я вообще пройду эту игру за сегодня. То есть ее придется выдрачивать так прям вообще по-хорошему. Достаточно серьезно. Фух, жесткая игра, жесткая. Прям честно скажу, жесткая. Сегодня, наверное, вечером постримлю Геншинчик. На пробу как раз под музыку сижу. Потому что я чувствую, что ты Геншин вообще не тянет играть. Это потому что без музыки мне играть скучно. Вот. Надо с музыкой. Музыку любить. Я и так на прошлой неделе насходил. Вот. Так, чуваки, хорош меня пиздить! Блин, труба иногда есть ловушка. То есть она типа как бы не дает на самом деле. Ну и чё? ПКДшечки, блять, ПКДшечки, 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 ПКДшечки. Пошел ты нахуй! Ты ёбак, а? Блин, еще и это самое. Яблоко. Курица. Блин, курица мне так-то вообще не... Ну ладно. Бля, если бы я его сейчас поймал. Блять, уёбок! Сука, какая же тварь говна ебаная, а? А, лол. Он опять задамажил врага мною. Ха-ха-ха. А я же весь их живу. Тёлкин. Блять, ты не то делаешь. Ты не то делаешь, понимаешь?
Ладно, нормально. Жесткие этапы начались, прям жесткие, прям, ох, какие жесткие этапы. Охренеть. Блядь. Казалось бы, все предусмотрел. БЦ у меня никак не получается. БЦ, ну никак не получается. Зря собрал. А, сработало, ничего себе. Значит, тащусь, а то надо в углу вставать. Ты пел. Я просто охуеваю с количества врагов. А можно так не делать? Чел. Чел! Не, я богом клянусь, господом, я не понимаю. Я не понимаю, как его убивать. Я не знаю, это слишком сложно. Я не понимаю, как с ними драться. Я богом господом клянусь, я не понимаю, как это убивать. Я не понимаю, как их убивать. Не, я честно скажу. То есть я как бы вижу тень. Но... Я богом господом клянусь, реально, я не понимаю. Это нереально. Это просто... Это с этим невозможно ничего сделать. Их невозможно ударить. Его невозможно ударить. Это какой-то пиздец. Я вообще не понимаю, как их убивать. Я вообще ни малейшего представляю. Ебать. Вот это да. Вот это да. Охуеть. Охуеть. Чуваки. Охренеть. Очень жесткая игра. Серьезно? Чел! Серьезно? Охуеть, это просто какой-то Вьетнам начинается, блядь. Охуеть! Охуеть! Охуеть количество врагов! Я это не пройду. Она очень легкая в начале, но она превращается в какой-то ебанейший хардкор в конце просто. Гениальная игра. Гениальная игра. Я ебал, обоссал бы тому, кто ее делал. Охренеть.
Ебануться. Лифт смерти, блять, какой-то. Просто ебануться, как сложно. Ну, короче, дойдем, куда дойдем. Это что такое? Фигва? Прошу прощения, а что это вообще такое? Подождите. Ой. Нет, ну в принципе они, нельзя сказать, что очень сложные. В принципе обычные боты, только вот этого походу нельзя. Бля, я не понимаю, чел. Да ясность, что происходит? А, он типа сразу, как только ты его берешь. Так, дать попробую ножом. Короче, к нему, бля, лучше не подходить. Он такой парень веселый. Ну да, короче, коричневых лучше просто вообще не трогать нахуй от греха подальше. Они совсем на своей волне. Мы сохраняемся, потому что лучше я это не пройду. Это пиздец. Но ладно. Это, конечно, очень тяжело. Но мы... Бля, ну конечно, не ожидал, что будет настолько... А вот и нож дали специально для этого, ёбка, блядь, ну только... Раскрою, главное. Блядь, как меня бесят вот эти чуваки с ножами, вы бы знали, чего. Но я не могу в это играть, это нечестно. Сейчас второй нарисуется, если вообще хана будет. Чел, а ты не будешь нападать на меня? Нож не тратим, потому что сейчас второй такой нарисуется, которого мне не ударить нельзя. Это будет вообще не хорошо. Нормально. Чел. Чел. Так, к нему, короче. Его можно просто подходить пинать. К нему лучше не подходить близко. Он если хватает, все пиздец. Ну тут как повезет, первый удар. Нахуй, его еще зафризить нельзя. Охуеть, его застыгерить нельзя даже. Ебать мой хуй, ебать ваших матерей разработчиков. Вот это вы, конечно, придумали. Ну, можно вот так его будет убивать. Но вот этот придется запускать заново много раз. Охуенно. У меня сейчас были все, бля, шансы. Просто все шансы. По мнению разраба. Так, тебе нельзя, да? Значит, тебя надо ловить. Ну да, он кидает. Это страшно. Это лучше, чем это. Да, его невозможно ударить, его надо только ловить, потому что он не стыдится вообще.
Ну вот как-то так, да. Не подходить. И только кидать. Еще один этот самый уебок. Ну его я так понял только в прыжке можно. Ну это как если повезет. Я не знаю как его убивать. Это пиздец. Я реально обоссал бы лицо человеку, который задизайнил вот это говно. Это пиздец. Это конченая мразь. Ему можно даже здесь. Ну, тут как повезет, да. Ну, тут как повезет просто. Чисто как повезет. На опережение не получается, к сожалению. Не получается на опережение. Но я искренне желаю смерти тому ёбку, который это дизайнил. Это пиздец. Это нереально вообще. Я не знаю, как это люди проходят. Это просто искренне желаю смерти человеку, который это дизайнил. Это невозможно вообще. Я даже примерно не представляю, как это убивать нормально. Это невозможно убить вообще. Просто, блять, невозможно. Это невозможно. Искренне желаю смерти тому ёбку, который это сделал. Просто искренне желаю ему смерти. Это пиздец. Тут только паттерны запоминать. То есть, типа, на каком расстоянии. Вот, типа, отходить в край. И надеяться, что он будет делать звездочку. Если он делает не звездочку, то бить пизда. Ну это конченая гнида делала. Просто конченая гнида. Конченая тварь говна реально. Я не могу БЦ сделать. Я не знаю. Это невозможно сделать просто. БЦ невозможно в этой игре делать. А, он так будет делать. Ну, здесь, да, мы, к сожалению, не пройдем эту игру за сегодня. Надо учиться убивать этого придурка. Слишком с ним много проблем. Ебать, не жизнь, ебать. Блять, я еще запокапал. Да, босс нашли. Ничего себе. Ну, мы хотя бы до босса дошли, это уже неплохо. Ебать. Ударами его, короче. А, он еще и с... Так вот делает, да? Чел, ну подожди, но это же нечестно. Ты же должен дать мне шанс. Его, короче, сразу надо пиздить. А, не, его можно спокойно бить. Это нечестно, что он меня сейчас поймал, я его поймал. Нечестно, что он меня ловит. Это я его ловлю, а не он меня. Это нечестно. Это я его ловлю, а не он меня.
Это нечестно. Это нечестно. Он не может меня ловить посреди моего удара. Это нечестно. Это нечестно. Ну, мы хотя бы, может быть, увидим финал. Нет, не увидим, у меня даже не осталось. У него дохуя жизни. Не, ну финальный босс увидим хотя бы, ладно. Нет. Самое обидное, что он реально отменяет. Не, вот если бы он не отменял, если бы он не отменял мою суператаку, как и должно быть, он не должен отменять мою суператаку, был бы, конечно, гораздо лучше. Он отменяет мою суператаку, это большая проблема. Ну чё, народу нет, я стримлю в пустоту, варк был только и все. Да, это очень печально. К сожалению, никого нет. Мысли стримить тоже нет. Спасибо, Варк, что смотрел. Если еще тут... я не буду продолжать, потому что... We'll be right back.